Здравствуйте, друзья! Распустилась у меня в саду еще одна лилия, и это тоже от гибрид. А называется она Shine On. Это лилия посадки этого года. Она пока невысокая, но высота у нее будет, как у большинства лилий этой группы, 1,30 м. Цветы крупные, 25 сантиметров в диаметре. Очень нравится мне цвет у этой лилии. Приятный, такой теплый ванильно-желтый. У распускающегося бутона он насыщеннее. Лепесточки широкие, слегка волнистые. Ну а кончики загибаются назад, я бы даже сказала, завиваются. Цветы у этой лилии и с обратной стороны выглядят очень симпатично. Такие вот кучерявенькие, с легкой зеленцой. Аромат у этой лилии сладкий, тонкий, насыщенный. Бутоны длинные, 15 сантиметров, и цветы из них раскрываются очень крупные. Напомню вам, что от гибриды лучше сажать подальше друг от друга, чтобы им не было тесно. У меня они посажены на расстоянии 35 сантиметров, и то тянутся к солнышку, и цветочки соприкасаются. Так что, если есть возможность, то дайте им лучше побольше свободного места.